У сына Елены Васильевой, 9-летнего Артема, задержка речевого развития. Мальчик увлекается спортом и прикладным творчеством. В этот новый хоккейный класс для особенных детей пошел потому, что не может сидеть на месте. Хочет постоянно развиваться и общаться со сверстниками. Просто с нормотипичными детьми он, наверное, не смог бы так полноценно заниматься. А здесь, так как дети тоже с особенностями, это позволяет ему немножечко лучше адаптироваться и не чувствовать себя каким-то ущемленным, наверное, а на одном уровне со всеми достигать какие-то новые результаты, достигать каких-то вершин. Новые вершины вместе с Артемом теперь будут достигать и другие 15 ребят, которые в числе первых попали в руки высокопрофессиональных тренеров хоккейной группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи для ребят вторая, и ребята стоят на льду, стоят на коньках, и многие из них делают это уже в удовольствии. Я сегодня видела мальчика, который впервые вышел на лед, который очень боялся, и возвращаясь назад к маме на скамью, он возвращался счастливым, глаза горели. Это хоккейная школа в городе Видное, первая в своем роде. Ее создание стало возможным благодаря поддержке Министерства спорта России, правительства Московской области и администрации Ленинского городского округа, которая, кстати, и предоставила площадку для занятий. Работу тренеров и форму оплачивает инициатор проекта, благотворительный фонд «Спасая детство». Я считаю, что через спорт можно вытащить любого ребенка с любого состояния. Основная задача в этом. Есть план вообще открыть 64 школы хоккейных. Ну, посмотрим, как пойдет. Реализация проекта «Дети – наше будущее» была бы невозможной без поддержки главного врача Видновской районной клинической больницы Бутая Бутаева. Сейчас, когда формировалась эта команда, значит, наши специалисты, врачи провели осмотр всех детишек и дали допуск для занятия, хоккеем, тренировками. Здесь она больше на социальную адаптацию, которая необходима для детей такого плана. Набор ребят в хоккейную группу продолжается. В списке желающих уже порядка 30 ребят. Организаторы проекта уверены, место найдется для каждого. Юлия Погосьян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.